кушать, да, Стёп? Надо жить. Сейчас мы его кормили по чуть-чуть, но целый день, и он не мог никак наесться. То есть у меня было такое ощущение, прямо он и кашку, и бананчик, и яблочко. Да? Где там наша вторая? Подожди, подожди, подожди. Где наша вторая рука? Давай, вот. То есть неудобно. Ну, Стёпа, потягушки. У квакушки, потягушки. Бухенвальд на выезде. Вот. Неудобно, папа Вадик. Спит, надо ему дать поспать. Потому что мы по полночи дежурили. Это спасибо, что у меня такой Влад, что он и накормит, да, и напоит тоже, и не бросит. Единственное, что папа у нас памперсы. Ну, оп, давай, должны быть силы. Нужно быть сильным, нужно, чтобы шерсть росла. Я очень, друзья, хочу, чтобы выжил этот малыш. Мы его как-то так сразу полюбили. Такой шкун, хотя вот ну, мальчик непривычно для нас. Да? Ну, конечно, самец успел к нему приложиться. Поедем в клинику. Зоодоктор, да? Или скажи, клиника приедет к нам? Тут, скажи, всегда с зоодоктором есть варианты. Ой, как вот так вот идёт жизнь за жизнь двумя лапками. Ой, не знаю, такой какой-то милый, такой благодарный. Мне кажется, за то, что его забрали. Спали мы в обнимку. Такая красивая у него. Покупали Люське с Сонечкой. Но Соня просто разрывает уже с Люськой в хлам эти все подстилки. И вот одна из них осталась вот такая розовая. Да, скажи, и очень, очень пригодилась Степашке. Он как мой, он-то, давай лишнего берем. Мы приготовили наш первый памперс. Не знаю, как мы сейчас будем, скажи, одевать, но надо. Потому что, несмотря на то, что мы... Скажи, покупали сразу, но запах очень дивный. Может, еще потому, что мальчик как-то так. Ну, оно-то и с Люськой запах еще тот. Моешь каждый день. Но тут прямо сразу чувствуется духманчик, да? Пацан, пацан растет. Меня беспокоит его вот эта грудь. Ой, волосы вырастут. Шерстка, да? Лапки там побитые, скажи. Заживут. Главное, что не перебитые. Вот осерчал папанька. Мама решила, да, что любимая самка вожака, вот мама, тук-тук. И папанька осерчал, мама полезла поперек вожака за едой.
Принесли работники обед. И неумная мама решила, что ей все можно. Да? И прилетела, скажи, всем. Вожака, сейчас весна. У всех такой сезон повышенной возбудимости. А вожаки из этого прайда, вожак и так-то, не могу назвать его добрым человеком. Поэтому, друзья, когда вы, я понимаю, что по незнанию пишите, что дайте тому, дайте начало этому, сначала мамке с детенышами. Это неправильно. Потом прилетает и мамкам, и детенышам. Мы со своими человеческими мерками, конечно, хотим как лучше. Да, Степка? А получается, что гены не исправишь. Но все-таки зависит еще и от характера, безусловно, каждого вида. Тут сильный очень самец. И самец, и его заместитель. Там на Фане один в сказке. Так получилось. Но в стае у гамадрил они живут большими семьями, до 50 особей. И там есть самец главный и есть главный заместитель. Поэтому и тут точно так же, что за большим гаремом. Ну и понятно, что еще в стае еще самцы есть, более низшего ранга. Ну, молодец, молодец, жуй. Наедай попу и живот. Так что скажу, так есть, как есть. Единственное, что меня как бы тревожит, это то, что у нас предстоит поездка на днях опять. Звонит и директор Донецкого зоопарка и говорит, что у них там опять все плохо и опять бомбят, что прилетает. Вот, и директор Мариупольского зоопарка звонит, говорит, что не очень хорошо. И еще, не знаю, насколько нам там получится, несколько зоопарков. Вот, потому что хотим и в Запорожье, есть проблемы. Ну, а там уже будем смотреть по обстановке. Сейчас там все сложно. Но нужно помогать. Поэтому предстоит поездка. С собой я, естественно, Степку взять не могу. Скажи, Степка, незапланированный малыш получился у родителей, да? А как будет справляться Влад один? Я себе не очень представляю. Понятно, что ему будет помогать Леокадия, Ольга Ивановна рядом. Но, тем не менее, основной, так сказать, удар ляжет на папу Влада с двумя гамадрилятами. Но то, что он будет делать все, что нужно и все, что возможно, это я точно знаю. Отдавать тоже сейчас Леокадии такого маленького, когда ему требуется постоянное внимание, тоже не могу. Потому что у Ляли весна, сейчас очень много тоже работ. А он должен все время на тебе сидеть, все время тебя чувствовать. Через каждые 2 часа нужно кормить, все время должно быть в тепле. Животные, если он на ней будет, по-всякому относятся.
гамадривом. Где-то пискнет, где-то визгнет. И будет агрессия. Да, Степка? Так что вот так скажи. Просим любить и жаловать, скажи. Вот так мы. Вот так, с таким бантом. Первая ночь за нами, да? Мы с Степки, друзья, сделали свой канал, который называется, хотела еще сказать, который называется «Живи, Степка, живи», так и называется. Поэтому заходите туда тоже. Уже не хочется все в одну кучу. Люсю, Степку, скажи, Ангелину. Поэтому у Степки будет свой канал, где мы будем выкладывать. Сильно длинных видео сейчас вряд ли получится. Да, скажи. Много забот, но шортики. Ну и длинные тоже там, наверное, будут. Буду вечерами, ночами. Да, скажи, чтобы продолжать вас радовать. Буду сидеть, выкладывать. Мой мальчик, какой аппетит. Чудо, а не малыш.